think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, на Тайване начался день замковладельца. Сейчас зайдем, посмотрим, какие там плюхи дают, что интересного у нас есть. Ну, я думаю, что вряд ли они что-то там добавили. Супер-мега-вау. Ну, конечно, Тайвань вам с утра показал, насколько интересные вещи там есть. И каких бы хотелось на других серваках, но, к сожалению, или к счастью, не знаю, этого нету. Так. Так, смотрим. За карта богатства. 3 штуки в день. Ну, 10 штук камней, в принципе, неплохо. Добавили красные камни. Четвертые, ну... Такое себе, ну, в принципе, ну, особо такого мега-вау, чтобы было. Третье. Супер-пэт, без донатов нечем качать. Красные камни, в принципе, хватает. И так, думаю, всех лучше бы добавили сюда реально апекс камни. Ну, 30 снаков, как вариант, да, хорошо. По большому счету, со всех плюх. Сменка, сундук. 4 итема, грубо говоря, 4 из 12. Более-менее нормальные. Такс. Поехали посмотрим, что у нас здесь. Интересно за вход посмотреть, что у нас есть. Это где-то нас выкидывает. Вот это, скорее всего, за вход. Так, забрать сколько? 1.50. Нифига себе, 50 слизней. Коробочка. 50 книг. 50 кулаков. Ну блин. Это однозначно круто. 50 это 2 героя. Плюс. Однозначно плюс. Если так взять, даже продать, это 300 кгшек, ребят, за первый день. Неплохо. Ну, в общем, вот такие вот плюшки. Ну, что я могу сказать? Фармить можно и нужно. Но все равно ждем обнову, что будет в обнове интересного. Где-то через недельку, через две должна уже быть. Ну, а пока вариант у нас только фарма остается. Без донатных акций. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.